сегодня в Москве открылся фестиваль «Красная площадь». С последними новинками книжной индустрии России познакомился и председатель правительства Дмитрий Медведев. Достойно представил свою продукцию и чувашское книжное издательство. Всего более 300 новинок. Вот что сообщил нам по телефону директор предприятия Валерий Комиссаров. Книжное издательство, которое, значит, очень плодотворно работает, Чувашии развивается книгоиздание. Я показал один из крупных проектов, это «Энциклопедия 4 тома». Ну, посмотрел, говорит, ну как, все издали, все тома, это 4 тома. Ну, пока, говорю, вот 4 тома выпустили, значит, завершили эту работу. Ну, она работа продолжается, энциклопедия, электронные версии делает, сейчас это готовится, то есть новые материалы и так далее. Потом, значит, еще ситуация. Я говорю, вот детская литература мы в последние годы много издаем, значит, на таких, на чувашском, на русском, английском языках. И всего за последние 3 года издано около 1 миллиона экземпляров книг, социально значимая литература, ну, в том числе вот разные энциклопедии, словари и так далее. Он говорит, так много? То есть это хорошо, говорит, что вот так в нынешнее время сколько издаете, похвалил.